Всем привет, меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать систему JCASA. Урок номер 14. Давайте в этом уроке мы посмотрим, как реализовать на главную страницу, то есть вывести необходимые товары с нужной нам категории. То есть вот сейчас главная страница демонстрации. И под нашими вот этими категориями женщина, мужчина, аксессуары, которые мы с вами уже делали, здесь выводится 10 товаров, вот так, в таком виде. Изначально, возможно, вы подумаете, что, скорее всего, это какой-то модуль, который выводит эти товары на главную страницу. В данном случае нет. Модулей здесь никаких нет. У нас это главная страница, и сама страница является пунктом меню на категорию наших товаров. Давайте посмотрим, как это сделать. Делается это очень просто. Мы переходим в админку нашего сайта, переходим сразу в меню, main menu. У нас есть с вами home, пока мы ее не трогали, она у нас по умолчанию ссылается на материалы, избранные материалы. Это видно здесь ниже, да? Мы кликаем по названию, сразу можем переименовать название пункта меню как главное. Далее мы с вами кликаем тип пункта меню выбрать, выбираем ссылка JCASA. Здесь много чего есть. Мы по ходу курса будем рассматривать те или иные ссылки. Они нам тут многие пригодятся. Сейчас нас интересуют избранные продукты. Вот этот пункт третий сверху. Кликаем. Страница у нас обновилась. Переходим дальше. Параметры макета. Здесь вы выбираете категории, которые вы создали. То есть категории самого интернет-магазина. Система JCASA. Я сейчас просто продублирую как в демо. В демо у нас все категории. Дальше игнорировать макет. Здесь в подсказке написано, что это такое. Ставим да. Остальное мы ничего не трогаем. Ниже. Также вот здесь вот да. Игнорировать лимит. И если мы с вами обратим внимание на демо сайт, у нас здесь выводится 10 товаров. Если нам нужно также, тогда мы с вами количество продуктов вот здесь выставляем десятка. Если меньше, то меньше. Больше будет больше выводиться. Другие параметры мы, в принципе, не трогаем. Не забывайте только для метаданных, для каждого пункта меню, вот здесь вот описание обязательно заполнять. То есть это уже для SEO. Нажимаем «Сохранить и закрыть». Переходим на фронтальную часть нашего сайта. Сейчас, если прокрутим, у нас под категориями ничего нет. Обновим страницу. И абсолютно аналогичным образом выводятся мои продукты. Точно так же, как здесь. Просто у меня дубликат одного продукта, да, и везде одна и та же картинка. Вы помните, я делал. Но по факту выводится абсолютно так же. И отсюда с главной страницы человек сможет попасть в тот или иной продукт, кликнув по, например, заголовку. Вот мы с вами это сделали. У вас может возникнуть вопрос, почему выводится это именно здесь. То есть, а вначале у нас тут идет слайд, идут блоки, категории. Это все потому, что позиция Home, куда мы с вами размещали модули, эта позиция находится выше данного каркаса, вот этого шаблона, именно куда выводятся вот эти вот продукты. То есть, если мы все модули берем из позиции Home, вот эта конструкция с продуктами, да, она будет находиться выше. Вот так. Я отключил модули, вы видите, у нас идет логотип, да, то есть верх страницы, и сразу идут вот эти товары. Если я все модули включу обратно, обновимся, то получается как бы ситуация такая же, да, как в демо-примере. На этом данный урок я заканчиваю. Напоминаю, что у меня есть уникальные промокоды 15% скидкой на приобретение системы JCASA. Если вас это заинтересовало, можете обратиться ко мне на почту. Почта будет в описании. Я бесплатно вам вышлю промокод на покупку системы JCASA. Также, если урок для вас был полезен, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. Подписывайтесь также на группу ВКонтакте, ссылка будет в описании под этим видео. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга
тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.